меня зовут Люси, я сегодня буду играть в Hungry Shark World Ubisoft Original. Я в предыдущем играла тоже в это, но использовала музыку. А здесь я буду использовать свой голос и буду играть за Shark. Буду по большей степени не умирать, потому что я в предыдущем умерла быстро, и быстро закончился ролик. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И мы начинаем играть. Так, здесь у нас есть, чтобы выжить, ускорение движения. Здесь все как обычно. Как обычно. Да. Я просто кусаю всех подряд, без использования крови, потому что я думаю, что кровь нужно использовать. Потому что, ну, это не очень. Так, мы здесь поедаем всех. Нажмите другим пальцем для ускорения. Здесь у нас пеликаны всякие, которые, не знаю, рыбы едят. А еще здесь у нас черепаха большая, мы не можем ее съесть. Почему-то требуется акула М. У нас нету М. А, так, что у нас здесь? Вот это... Ой-ой-ой. Золотая лихорадка. Так, мы ежедневный сундук взяли. Так, 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 тунец поели. Так, ой-ой-ой-ой-ой. У меня жизнь заканчивается. В тот раз я куда-то полетела вниз, я съела и... Вот, 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 видите. Сейчас меня поедят и все. Нет, 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 я не хочу, не умирай, пожалуйста, 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 пожалуйста. Не умирай, пожалуйста. Все, все хорошо, все хорошо. Опа, я даже могу как дельфин. Шарк, шарк. Акула. Так. Здесь мои тунца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вниз не знаю, как мне вниз пойти, если у меня ничего. Так, бонус выживания. О, боже, помогите! Свобода. Голод. О-о-о! Осторожно! Что такое? О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, 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 осторожно! О-о-о! Смотрите, сколько много! Почему я такая маленькая? Можно побольше стать? Как побольше стать? Помогите, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста. Новый уровень 2х. Ну, я поела. Блин. Как обычно. Ой-ой-ой. Нет! Плавника больше нет. Спаси. Спасти, я не хочу спасти. Так, результаты. 9000 очков. Бонус за выживание. Так. Ага. Ага. Это что? Ладно, хватит. Так, у нас здесь есть акулы какие. Давайте посмотрим. Здесь XS, S, M, L, XL, XXL. И какой-то там восклицательные знаки. Очень много каких-то разных вариантов. Так, куда ты нажимаешься? Получить сейчас. А что за использовать? Я использую... А, ускорение, укус. Предложение на облике есть. Второй сезон. Так, что это у нас здесь? Крылья самолета. Так, ничего не понятно. Еще ничего не понятно. Что за задание у нас? Три классические задания. Одно особое задание и... Так, давайте посмотрим задание. 10 000 очков. Проглотить пищу 50 штук. Монеты 500 штук. Так, что у нас? А, вот, получить сейчас. А, нам нужно эти. Ладно, давайте используем. Кстати, ладно. Можно скорость, укус, ускорение. Скорость, укус, ускорение. Ну, давайте увеличим пока что. Что у нас здесь? Купить? Ну, я не хочу ничего покупать. Так, давайте дальше посмотрим. Ничего не надо покупать. Давай. О! Получаем. Опа. Это что? Коральчик дали мне. А, за бесплатно? Ой. Аксилотль. Подождите. А вот. Могу аксилотля взять, либо Крис. Давайте Крис. А что за Крис? Ой, давайте коральчик оставим. Так. Ну что, продолжим? Да, продолжаем. Так, открывайте акул, чтобы получить доступ к новым уровням. Так, пацифист Island. В
Вас ждет событие коралловый риф. Чтобы исцелить коралловый риф, подплывите к нему. Кораллик ускоряет исцеление коралловых рифов. Кораллик выпускает пузыри, пузырь оглушает врагов, нанося им урон. Так, сокращает очистку. Что это у нас? А что это у нас? Классический режим, вымирание. Я понимаю, но... А если я хочу другое что-нибудь? Ну, давай сюда. Ладно. Так, мы полетели. О, я летаю. Всего... Ой, здесь еще задание. Как раз задание мы выполним. А, так, коралловый риф. Пожалуйста. Я здесь. Опа. О, как интересно. Интересно. А, то есть ждать надо. А я-то думала, что мне делать. Так, подождем. Новый уровень. Так, ладно, продолжаем. А то мы умрем здесь. Так, здесь крабы, которые... И здесь вонючка. Так, вонючку мне не нужна. Так, нужно... Так, поглотить... О, поглотить еще. Так, давайте вот это. Это. Требуется акула. Ну, не знаю, требуется акула. Я... Все хорошо, все отлично. Сейчас поедим его. Да что вы делаете? Я вас не звала. Золотая лихорадка. Ну давай, Лельтовый. Только не съешь меня, пожалуйста. Так, давай, давай. Так, задание выполнено, 10 тысяч очков. Дальше мы идем сюда. Ай, больно. Так. Что-то я вообще не понимаю. Чё? Чё? Спаси. Ну, до свидания. Я не хочу спасать никого. Очень быстро я умираю, к сожалению. Потому что тут акула за мной идет. Акула на акулу. Есть акула. Ой, давай быстрее. Особое приложение. Так, у меня есть 3000. Могу укус сделать, а могу ничего не сделать. То есть, что у нас здесь есть? Я вообще не хочу. А это что такое? Множитель очков питомца. Ну-ка, ну-ка. О, бесплатно. Бесплатно. Ладно. Доступно в сплэш. У нас бесплатно второй уровень. Что за второй уровень? Сейчас посмотрим. У нас есть второй уровень. Мы получили увеличение лимита коралловых рифов. Так, еще что, сокращение времени на очистку. И все. А дальше я потом посмотрим. Так, давайте продолжим. Что у нас здесь? О, открылась. Открылась акула. Ой, и третья акула открылась. И четвертая акула открылась. Информация. Акулам размера S доступен один питомец. Они получают в 3 раза больше очков во время золотой лихорадки. Можно сломать что-то непонятное. В общем, кости. А М-ка что это? А, получить сейчас. Так, здесь у нас скорость 140, 106, 97. 102, 140, 70. Ага. Ага. Купить пока не могу. Давайте пока что сейчас мы... Так, мы зайдем и зайдем. Вот сюда. Зайдем. Так, исцелить коралловых рифов у нас тут на уровне 100. Давайте попробуем на Арктику. Так, что у нас здесь? Здесь есть пингвины. О, у нас два! У нас... У меня... Ой, я думала, он меня поедает. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты меня кусаешь, что ли? Или что? А, или за меня, что ли, кусает? Ладно, давайте фильтровать рифы. Так, у нас 2 из 5. Но мне нужно есть, чтобы не умирать. Опа, куда? Куда? Ой-ё. Стали коротко. Требуйте акулы. Чем они на меня орут? Так, дальше продолжаем. Ой, какие милые. Ну, я съел их, ладно. Опа. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Все. Все нормально. Никто не уйдет от меня. Так. На улицу я не могу никуда. Давай, я помогаю. Ой-ё. Да вы издеваетесь. Спаси.
Я не могу спасти тебя! Ой. Такое сложное вообще-то все. Так, ладно. А у нас есть 3370. Я хотела... Так, не то. Я купить. Не, ничего покупать не надо. Мне нужна рыбешка. С уровня. Либо эту. Так. По укусу. Подождите. По укусу вот 4000 стоит. Вот эту хочу. Вот эту хочу, да. Давайте продолжим. Давайте начало пацифик. Вот так. Поедим. Поели все. Да почему акулы такие? Ели всех подряд. Прям всех. А, я думала, он меня закусает сейчас. Давай. Ну. Ай, сейчас умру еще. Так. Внизу у нас... Так. А еще ниже нам нельзя. А то там эти... О, аж. Что такое аж? Ладно. Хватай лихорадку. Сложно! Ага. Вот локация какой-то. Монета 500. Вход в локацию окрестности Галеона. И чё? И чё? Нет никого. А, ничего нету. Как мы жить-то будем без еды? Кусай! Ага, кусаем. Так. Давай, кусай! Наконец-то! О, живчинка хорошая. Так, поедим на славу. Так, что у нас здесь? Почему 16000? Так, что это у нас? Что-то я съела, ладно. Бур-бур-бур. Ой, я чуть не умерла. Ладно. Да. Черт! Ну а зачем вы тогда сюда ходите вообще? Так, вниз и наверх, да? Получается так. Полетели! Ага, полетели. Куда мы полетели? Нет, ну почему ты... Так, внизу. Ага, внизу нельзя. Так, что мы дальше здесь делаем? Мы здесь поджидать нельзя нам никого, потому что они все видят нас. Ага, съел меня, блин. Ну, издеваетесь надо мной, да? Уровень 10 из 10. Так, что у нас бесплатно? Магнит для золота. Мега-лихорадка. Ага. То есть у нас магнит для золота бесплатно. А что это? А, я поняла, все. Использую. Можно использовать. Так. Так, мы можем сейчас уже купить акулу? Нет, мы не сможем акулу сейчас купить. Так, ладно. Давайте продолжим. Продолжим. Нет, в Арктике очень сложно. Давайте арбейн. Так, покупаем здесь этих рыб. Сельдь или что это такое? Селёдка, наверное. О, так, блин. Ах, какие. Покупаем всех здесь. Ага. Так, мы черепаху, к сожалению, не можем съесть. Потому... Ах, ты гадёныш! Гадкие! Вы меня хотите убить? Если бы не убивали, я бы тогда ничего не делала. Ах ты. Да почему вы... Вы что хотите от меня? Золотая лихорадка. Так, захотели. Ой, гады. Ага, ого, сколько много людей. Я... Жесть. Что осталось? Вход, локацию, пляж. У нас, то есть, пляж здесь. Так, вонючку я не хочу.
Да блин! Если бы все нормально было бы, то... Ну нормально было бы! Что такое? Ричард? Поле для гольфа. Что это там для гольфа? Гадость. Все мы гадость ели. Так, локация и ипподром. Локация и ипподром. Так, дальше мы есть. Ну, ё-моё! Ты чё меня испугали? Да блин! Брюхом кверху. Вы издеваетесь надо мной эти... Надо покупать. Да. Так, купить мы сможем уже? О, наконец-то! Мы можем купить синюю акулу. А М-ку мы не сможем. Так, конечно, хорошая, но, к сожалению, мы не сможем пока. Так, а синяя акула? Получить реферал сельдевая акула и синяя акула. То есть, сельдевая акула и синяя акула. Сельдевая акула и синяя акула. А что за синяя акула? Ага, берем ее. О, какой. Синяя. О. Так, синяя. Сельдевая синяя где? Как интересно, вообще лисья акула даже есть. Ладно. Мы продолжим, наверное, на следующем видео, потому что уже время заканчивается. В общем, с вами была Люся. Подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи на следующем видео. Всем пока.